День памяти Андрея Юбко, полицейского, героически погибшего в Чечне, прошел в школе номер 10. В торжественном мероприятии приняли участие ученики с 5 по 11 класс. Среди них и представители патриотического клуба «Каскад». В стенах этого учреждения Андрей Юбко также получал свое образование. Мероприятие проходит уже 5-й год в его родной школе. Патриотическому воспитанию детей особое внимание уделяет Совет ветеранов Межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Я полагаю, что основная цель – это патриотическое воспитание наших ребят, подрастающего поколения. Потому как на примерах Андрея мы должны рассказывать о его подвиге и ребятам дать понять, что такое долг, что такое ответственность, что такое совесть, честь, отвага. Замечательно, что такие мероприятия проходят регулярно, и память о наших героях, она сохраняется. Личному составу нашего Щелковского УВД, безусловно, тоже надо изучать биографию своих коллег. В апреле 1995 года в начале чеченской кампании Андрей Юбко добровольцем вошел в состав сводного отряда ГУВД по Московской области и выехал в Чеченскую республику для выполнения задач по восстановлению законности и правопорядка. И уже через 7 дней принял участие в боевой операции по освобождению населенного пункта Самашки, опорной базы незаконных вооруженных формирований боевиков. Андрей Николаевич входил в состав пулеметного расчета, обеспечивающего прикрытие штурмовой группы внутренних войск и бронетехники. Постоянно перемещаясь от одного укрытия к другому, он отвлекал внимание противника, обеспечивая эвакуацию экипажа танка. Никто из членов экипажа танка не пострадал, но в том бою Андрей Юбко был смертельно ранен снайперской пулей. Помимо того, что он учился здесь у нас, он еще и жил здесь у нас. То есть он сейчас для нас является примером, и вы это прекрасно должны понимать. Вы должны через себя это пропустить и понять. Надо быть всегда готовым защитить свою родину, потому что ближе всего, роднее ничего нет на свете, как и наша родина. Жить честно, быть благородным, равняться на таких, как выпускник школы номер 10 Андрей Юбко. Вот главные уроки мужества, которые получили ребята. К мемориальной доске героя ученики возложили цветы. Меня до глубины души задело это мероприятие. Это действительно нужно, и мне кажется, сейчас в нашей стране нужно развивать патриотизм. Я считаю, что наши, как бы все ученики нашей школы должны знать своих героев. Многие для себя много открыли, как бы патриотическое. Должно все, как бы, ну, чтить должны всех своих героев. Марина Позднякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».